На какой стадии находится ремонт Орских дорог в рамках национального проекта «Безопасные и качественные дороги»? Последними новостями поделился глава Орска Василий Казупица в своих соцсетях. Как известно, в этом году в городе отремонтируют 6 участков общей протяженностью почти 9 километров. Городоначальник сообщает, что в данный момент работы завершены по маршруту 1 мая Подзорова, Рабоче-Крестьянская, Малишевского. Улица Карельская на финишной прямой. Здесь осталось нанести разметку, а на улице Куйбышева доделать бордюры. На участке дороги по улице Нефтяников подрядчик уже снял старый слой асфальта. На 30% от плана смонтированы бордюры. Также специалисты закончили укладывать выравнивающий слой. На улице Братской демонтирован старый бортовой камень. Сейчас там идет установка нового на тротуарах. Работа кипит и на дороге, ведущей в детские загородные лагеря. Василий Казупица рассказал, что здесь завезли почти все инертные материалы, а выравнивающий слой сделали на половине участка. Всего же на ремонт дорог в Орске в этом году направили 226 миллионов рублей.